всегда нужно все, что вы когда-то любили, еще полюбите или еще что-то. Здесь очень важно просто, это счастливый опыт, то, что вы это чувство испытываете или испытывали. Вот, он навсегда с вами, он всегда будет иметь для вас ценность, вот, что бы дальше ни произошло. Поэтому здесь нужно просто радоваться, что такая ситуация счастливо сложилась, вы смогли это испытать. Ни в коем случае свои любови не дискредитировать. Это были одни из самых лучших переживаний в вашей жизни, если вы их испытывали. И вы должны всегда их беречь и хранить. Вот. И это делает вас лучше, а точно не хуже. И мудрее, что тоже важно.